Вітаю, з вами телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми з вами поговоримо про медичну реформу у Дніпрі. В нашій студії голова комісії міськради з питань охорони здоров'я Євгенія Михайлівна Дитятковська. Вітаю вас. Євгенія Дитятковська, доктор медичних наук, заслужений лікар України, кавалер ордену за заслуги 3-го ступеню, голова комісії міськради з питань охорони здоров'я, член Європейської академії алергології. Заміжня, має сина та онуку. Улюблена страва – овочеве соте, хобі – поезія. Улюблені письменники – Марина Цвітаєва, Осип Мальдештаб, Лев Толстой, Діна Рубіна. Євгенія Михайлівна, тож перше питання. Зараз всіх турбує те, що лікарні Дніпра почали об'єднувати. Скажіть, будь ласка, до чого це приведе? Ну, я, по-перше, обов'язково хочу відмітити, к катастрофі це не приведе. Чому почали об'єднання? Тому що наступає другий етап реформи. Це переход вторичного звена, тобто стаціонарних, спеціалізованих і високоспеціалізованих відділень на роботу з НЦЗУ. Перше. НЦЗУ має підписати договір, щоб 60% лікарня отримала грошей за свій труд. Остальні ми повинні заробляти. Тоже вопрос у нас большой, как мы должны, мы не привыкли, платные услуги нужно официально вводить. Но для того, чтобы был подписан договор с НЦЗУ, должны есть определенные критерии. Должно быть определенное оборудование, поэтому объединение больниц, во-первых, увеличивает объединение оборудования, во-вторых, дооборудовать гораздо легче, допустим, мы 8 объединили, а будем дооборудовать 4. Это уже меньше затрат, при том, что денег нам на это не дали. Какие больницы объединяют? Вторую детскую, шестую детскую. Так вот, чтобы вы понимали, объединение дает экономию по заработной плате 3 230 000. Объединили первую детскую больницу и девятую, где экономия будет в зарплате 1 600 000. 15-ю и 16-ю больницы экономия в зарплате 1 300 000. И поликлинику 5-ю и 6-ю экономия в зарплате 3 100 000. А все объединения дают плюс 3 300 000 экономию за энергоносители. Але якщо є економія, економія за електроносії, так? А економія в заробітній платі это за також. Счет того, что будуть звільнятися? Не буде. Ми нікого не увольняємо. Всім пропонують роботу. Во-первых, перше, я должна успокоїти всіх, хто працює з врачами, медсестрами, заведующим ділом. Їх взагалі не трогають. Там, де вони працювали, як вони працюють, так вони будуть працювати. Второе, уменьшається руководящий состав. Керівний склад змінюється. Так, це головні врачи. Всім пропонують місце. Во-первых, вони всі можуть йти на конкурс, тому що у нас будуть проводитися конкурси на головних врачів. Второй момент, у нас там є ж, крім цього, начальники відділу кадрів, головний бухгалтер, економісти. Там багато зами пахачі. Звісно, дублюватися руководящі должності не будут. Дублироваться не будут. Вот. А что такое объединение больниц? Это пишется одно заявление. Как у нас объединяли. Я работаю в той больнице, я работаю на базе скорой медицинской помощи, а мое отделение все годы находится на одном и том же месте. Я относилась к 7-й городской больнице. Нас объединили. Мы тут писали заявление, прошу уволить. Тут сидел другой главный врач, и мы писали заявление, прошу принять. Поэтому все, кто работает и помощь больным, будет оказываться так, как и она оказывалась. Но почему идет объединение детских больниц? Вот они почему-то были против 5-й больницы. Ну, мы 6-ю и 2-ю, сейчас это будет 6-я больница. У нас идет реконструкция за деньги областного бюджета 5-й детской больницы. Очень красиво, очень с элементами будут реабилитации. Это там и бассейны, там 7-этажное здание. А сегодня 2 моноотделения, 2 отделения неврологии разных возрастных групп. И
в 6-й больнице есть реанимация и другие части отделений. Поэтому часть отделений будет переведена в 5-ю детскую больницу. И это будет создана больница многопрофильная планового лечения. А 6-я больница, в которой есть реанимация, туда переведутся отделения, которые требуют иногда, пациенты, которые требуют иногда интенсивного лечения, и эти пациенты реанимационных мероприятий, и это будет как детская больница скорой помощи. Вот никто не поставил. Тобто оптимизация идет, оптимизация. Так? И 6-я больница, уже идет первый этап реконструкции за деньги городского бюджета, которые на все эти проекты выделены. И получится, что две больницы будут находиться в очень красивом, правильном, соответствующем европейским стандартам помещения. И реконструкция предусматривает и обеспечение оборудованием. Пока заканчивается ремонт. 5-й детской, он должен закончиться к концу 2020 года, если на крайний случай в январе 2021. Так, ну пока он идет достаточно интенсивно. 6-й детской в 3 этапа будет идти. Первый этап начат, потом второй, третий. Вот больше всех проблем возникает. 2-я детская, не хочет, чтобы их объединяли и ликвидировали юридическое лицо. Я где-то понимаю, я тоже работала в больнице, которая была 120 лет, со славной историей, которая была лучшая в городе, больница среди взрослых больниц, и нас объединили со скорой помощью, которая не была лучшей в городе. Но мы своим примером заставляем всех, перевоспитали всех, кто не хотел быть лучшими. Сейчас мы как-то движемся уже в нужном направлении. И нам хотелось сохранить историю больницы. Но вот мы объясняем, что это не наша прихоть, а почему? Чего не наше? Еще рассказываю. Ведь у нас новое руководство в министерстве, и они говорят, будет второй этап реформы. Ни одной инструкции Минздрава мы не получили. Мы не получили дорожную карту. Что вы понимали, переход, реформа первичного звена, а это поликлиника. Это еще первичное. Это простейше, так? Да, это намного проще, ни с чем не связано. Больные пришли, ушли. К нам же поступают инсульты, инфаркты, кровотечение. Тяжелые больные. Мы ни на секунду не можем ни остановиться, ни менять ничего. Это совершенно другое. Но на реформу первичного звена ушло 9 месяцев. А тут вже з 1 квітня. І нам нічого не дають, що когда. І поэтому, ну, единственно, ми обращались, я, голова комісії і начальник нашого департаменту Бабський, к Борису Альбертовичу, просили його лично встретиться з міністром. Він знайшов время і можливість, і встретилися, не 30 минут говорили, і він дуже просив отодвинути хоча б. Але я розумію, що ще немає результату. Все буде гарно. Все буде гарно. Об'єдну, це лично його слова, об'єднуйте лікарні, оптимізуйте лікарні, і все буде гарно. Буде щасливий лікар і буде щасливий хворий. Як це все буде? Я задала питання, яке моє щастя буде. Ну, поки ми відповіді не отримали. Ну, наша міністр не врач, вона слабо представляє, ну, вона грамотний юрист, звісно, але треба, мені казалось би, в нашій країні дуже багато знакових медиків, яких можна було пригласити, які займаються іменно спеціалізованою і високоспеціалізованою допомогою, їх треба було б пригласити, щоб посоветуватися, як-то етапно це робити. Але ситуація другая, тяжелая. Дніпро має вже таку ситуацію, що медична галузь лише на 1-й квартал отримала 200 мільйонів гривень, а з 2-го кварталу взагалі немає державної субвенції. Кому ж кажеться, що медицина фінансувалась з міського бюджету? Ні. Це був як горсовет. Это была сервисная компания, которая распределяла, контролировала деньги, которые приходили с государственной субвенции. По всем законам нашей страны освита и медицина, они финансируются из центрального бюджета. И вот в этом году, на 1-й квартал, мы получили субвенцию из центрального бюджета 200 миллионов. А вы этого не выстачает, конечно, так разумею, чтобы выплатить, на да, выплатить зарплату нужно 245 миллионов, а чтобы содержать отрасль, это лечение, питание еще больных, должно быть 300 миллионов. Что нам делать? Мы пока, ну, может быть, мы как-то найдем на 1-й квартал, да, может быть, что-то дополним, чтобы без зарплаты не оставались. Второй, медики наши, второй момент, а что делать в 1-м квартале? Мы не получили государственную субвенцию, и мы имеем право только оплатить коммунальные расходы больниц,
коммунальные расходы, а зарплату мы не можем. У нас нет такого, мы могли бы выделять, мы могли бы даже у кого-то забирать, понимая значимость медицины. Но нет такой статьи в городском бюджете, это только государственная субвенция. Поэтому что будет дальше? Вот бьется, и все мы пытаемся достучаться до Минздрава, мы пытаемся, и мэр наш пытается достучаться до всех, кто может как-то повлиять. Мы уже включили наших народных депутатов, и мэр к ним обращался, Борис Альбертович, чтобы они хоть бы приостановили или удлинили время перехода и подумали, как мы выживем. Я так розумію, щоб нова система запрацювала, повинні мають бути виконані певні якісь так, умови. От те, що ви казали, навіть інструкції, я так розумію, немає, для того, щоб це все виконати. От для кожної лікарні, в первичному звені, треба було повністю комп'ютеризувати. Ну, у нас же... Вторинна ланка, я так розумію, теж. Это ж не только компьютеры, которые лицензии. А это компьютерные томографы, безумные денег. Это ангиографы. Там есть перечень оборудования. А чи финансуется це? Нет. Я вам говорю, на второй квартал, чтобы нам с учетом перехода, нам надо будет 800 миллионов. И еще, наверное, где-то 200, там, около миллиарда для того, чтобы мы... Чтобы с нас съездить. А у нас нет. Для первички 900 миллионов ушло за 9 месяцев для переоснащения. Ну, может быть, меньше, я могу ошибиться, но здесь нам нужно минимум 800 миллионов. Нам их не дали. А требования, чтобы больница заключила с НСЗУ договор, есть для каждого лечебного учреждения определенные требования выставлены. И они касаются уровень качества диагностики и уровень качества лечения. Для этого должно быть 1, 2, 3, 4 определенное оборудование, определенные диагностические методы и определенные лечебные методы. Ну, дайте нам эту инструкцию. И как-то, вот пока нам только сказали, объединяйте, оптимизируйте больницы. Тобто медзаклади, в принципе, не готовы для... Да, не готовы. Для договора с НСЗУ они не знают, может, кто-то и готов, но у нас совершенно нет требований этих. Взагалі лікарі вже відчули вплив на них реформи, позитивні, негативні які сторони? Ні, первичного звена, вначале, я вам скажу, там є небольшие позитивні сторони, це взагалі увеличення заробітної плати по кількості декларацій, от хто набрав скільки декларацій, ну от це вже не буде. Хороший врач отримує більше, ніж середній врач, якому не хочуть ці больні. Раніше ж у нас, ти можеш бути генієм, блестящим врачом, кто-то будет не блестящим, плохим врачом, но мы получали одну зарплату. Теперь нет, потому что к хорошему врачу идет много больных, и они получают декларации. Получили. И получают больше зарплату. Но вот это разрезание первичного, вот той поликлиники, которая у нас раньше была, там было отделение участковых терапевтов, как или педиатров, и узких специалистов. Все находилось в одном помещении. Вот когда они делали реформы, нас тоже никто не слышал. Те реформаторы, они вообще слышали только себя. Это одиозные личности такие в нашем городе были. Как Гинзбург, как Вилкул тогда. И они вот это разрезали ножницами и сделали первичное звено. Это отдельное лечебное учреждение, вторичное – это другое лечебное, ну, два лечебных учреждения. У нас получалось, что в нашей поликлинике 7-й больницы было 4 лечебных учреждения находились. Это первое. Второе – пациент должен был по направлению семейного врача прийти сделать УЗИ. УЗИ что-то находил и говорил, вам надо идти к гастроэнтерологу. Ну, раньше, как раньше было? Он пришел на УЗИ на третьем этаже, потом гастроэнтеролог на втором этаже. Он тут походит. Зручно, все близко. Да, тут семейный врач находится на Краснопольской, он должен был возвращаться, брать направление. И есть большие незручности. Я вообще всегда говорю, я же вот человек науки, когда мы говорим цель исследования, так, цель реформы однозначно это улучшение. Ну, что-то, но любое исследование требует анализа. И в любом исследовании, и мы делали, нас просто не слышали, когда первичку, вот что положительно и что отрицательно. Значит, отрицательно нужно убрать. С нами не советовались, выживаем. Теперь хотя же поликлиники садят в одном здании вот это вторичное звено, и первичное действительно больным намного легче, больные перестают нервничать. Это уже мы делаем, мы уже объединяем в одном здании. Но
Что будет во вторичном звене? Ну, я говорю, нашей центральной власти, я бываю. Сейчас, когда-то я возглавляла службу страны, сейчас этого же нет, убрали этих главных специалистов. И вот мы бывали в Минздраве, знаем людей, говорят, ну позовите, в каждой отрасли у нас есть очень знаковые врачи. Вот я лишь член Европейской академии, я вхожу во все рабочие группы, создаю европейские документы, регламентирующие работу аллергологов. А у нас в каждой специальности есть такие знаковые люди. Ну посадить и вместе общим умом, мы бы понимая, что надо делать реформу, мы понимаем, что надо делать, но ее надо сделать так, чтобы было... Хорошо, прежде всего, больным пациенту, и врачам. Лекарям, да, и всем. Но нас не спрашивают, поэтому мы бьем во все колокола. Мы звоним всем нашим народным избранникам. Мы просим нашего мэра, он на уровне самом высоком общается. Но пока от центральной власти ничего положительного мы не услышали. Для того, чтобы, как будет наша жизнь дальше. Я так розумію, принципи вторинної ланки реформи, так, це означає, якщо пацієнт отримав скерування від свого лікаря, так, до, на планову операцію, наприклад, то він може обрати взагалі собі будь-якого лікаря з будь-якої лікарні без прив'язки до місця проживання. Абсолютно. Так? Більше того, от у мене центр, який, я звісний чоловік такий в країні, мені приїжджає зі всіх як на консультативний прийом, ще з того моменту, коли я була головним лікарем. Приезжают со всех городов Украины. Теперь мне совершенно все равно, с какого города они приедут, потому что мы оформим документы, я получу с НСЗУ за него деньги. Угу, зрозуміло. Тобто тепер будуть лікарі, ті, які більш популярніші, так? Да, гарні будуть, лікарі да, будуть да, отримувати більшу заробітну плату. Є ще одна деталь, більше будуть отримувати. Ну, от це великий недостаток цього НСЗУ. Я питаю ще достучатися і говорю, що вони поставили коефіцієнти. От коефіцієнти стоїмості не відповідають совершенно. Тяжести болезни. Они не знают просто. Вот у нас, например, есть болезнь самая тяжелая в аллергологии, которая дает 60% летальности. Мы научились лечить, у нас не умирают люди, но они лежат по 2 месяца. Это, знаете, больной долгий похож... процесс, так? Это тяжелейший системный процесс, и больной похож на человека с 4-й степенью ожога. У него уходит кожа вся. Вот. Это очень дорогое, потому что очень много надо препаратов. Но они оценили в 690 гривен в месяц. А у нас уходит 1003 в день. Но поставили на первое место только те, кто ставит стенды. Как? Ну не все же болезни лечатся стендами. А как можно гематологию, лейкоз, это рак крови, да, тяжелейшее такое заболевание, поставить коэффициент такой, как пневмония? Тоже. Поэтому я говорю, позовите специалистов, и в каждой специальности есть разные болезни, и они должны иметь разный коэффициент. Я так розумію, що буде певний перелік послуг, так, оплату, яких гарантує НСЗУ. Да. Так? А є вже цей перелік, от ви кажете, вже називаєте якісь цифри, де це все можна побачити? Чому я ці цифри? Ні. Це був пілотний проєкт в Полтаві. І мої полтавські колеги, у нас було недавно різдвяне читання по алергології, і мої колеги полтавські просто приводили, вони в експерименті, як вони отримали зарплату там, врачі-інтервенти, от ці, которые вставляют стенды, потом гинекологи, даже анестезиологи на 8-м месте. А все, что терапевтическое, а терапевтическое это тоже очень тяжелое направление. Там есть терапии, есть гематология с тяжелейшими больными, есть аллергология, в котором есть не тяжелые, а есть очень тяжелые больные. Есть та же кардиология, которая, ну, не всем же вставляют стенды, не всем это показано. И они все получили самый низкий коэффициент. Ревматологія, де тяжелейші больні. І всі отримали низький коефіцієнт. А як щодо пологів? Ви сказали про гінекологів, так? Жінка теж може обирати собі той дом, який пологовий будинок, без прив'язки. За кесарево денег платят больше, чем за естественные роды. Хотя, а какие цифры можете назвать? Не помню, не буду говорить, потому что я знаю, что просто гінекологи выступали, говорят, что за кесарево платят больше. А вот, и все боятся, что сейчас будут просто делать массовый кесарево. Вот. Да. А естественные роды вести сложнее. Очень сложно. А как будет оплачиваться работа лекарей? Ну вот это 60% мы должны получить с НСЗУ, а 40% мы должны заработать сами. Тобто лікарня сама повинна... Да, вот какие-то будут делать перечень платных услуг. И вот если, например,
Пришел пациент, есть такое понятие, как самозвернение. Ну вот знают наши пациенты, где мы находимся, и легче пока школа, скорая приедет, они берут машину, приезжают. Я помощь буду оказывать, даже если мне не оплатят. Потому что у нас есть люди с отеком гортани, и состояние их угрожает жизни, и они уже бегут. Да, но мы не будем, самозвернение должен оплатить больной. Я так розумію, пацієнтову не доведеться платити, так, якщо в нього є лише скерування від лікаря, від терапевта. Не терапевта, сімейний. Сімейного лікаря. Якщо просто самозвернення, як ви кажете, то чи будуть якісь тарифи на це, на самозвернення? Ну, ждемо. Все чекаємо, да, все я чекаємо, так розумію, тому що все розробляється. Ми не встановлюємо собі ціни. Але яким чином чекаємо, вже з 1 квітня ми повинні працювати за цими умовами. Я совершенно згодна. Що ми чекаємо? Ну, ми просимо вже, давайте, якщо так, да, давайте нам всі директиви. Должна бути дорожна карта, що на першому етапі робити, що на другому, що, як було в первичці. Ну там 9 місяців вийшло. Тобто за 9 місяців вам передали інструкції, да, реформи первинної ланки. А здесь нічого не дали. Взагалі нічого немає. Так надо ж знати, во-первых, яке оборудование для кожної лікарні має бути. Какое, щоб ми його докупали. Нам же треба дооборудовувати, іначе у нас больниця не заключить договор з НСЗУ. А у нас цього немає. Як лікарі зараз поводяться? От ви спілкуєтесь серед своїх? Всі, звісно, убиті, розстроєні. Хуже всього, коли ти не знаєш, що тебе чекає. Я одну знаю. Будуть нам платити, не будуть. Ми будемо допомогти. Ми завжди заложники всіх політичних ситуацій, лікарі. Ну, будемо оказувати допомогу, звісно, хорошо тим, у кого сім'ї второї половини можуть тримати. И мы занимаемся своим хобби, у нас всегда зарплаты были небольшие, но мы занимаемся еще вот в моем центре наукой европейской. Я, как говорю, вхожу во все эти европейские, и нам дают заказы на проведение клинических исследований. Мы за это получаем деньги, и больница за это получает деньги. Поэтому мы делаем красивый ремонт. Вот мы, например, надеемся на это. Но нам тоже хочется, у нас тоже тяжелые больные. Мы хотим дифференцированно получать деньги. Но как это будет? Все пока ждут и думают, может быть, что-то изменится, или, по крайней мере, будет конкретно. Все проще, когда ты знаешь конкретные требования, и ты достанешь, понимаешь, что реформа неизбежна, и мы должны эти конкретные требования выполнить. Зрозуміло. Але є зараз така проблема, що багато, знаю, молодих спеціалістів їде за кордон працювати. Во-первых, сьогодні дуже багато. Що з цим робити? Нічого, ми нічого не зробимо. Во-первых, сейчас очень много молодежи, они уже, слава богу, не знают, что такое закрытый город Днепр, поэтому все блестяще владеют английским языком. Потому что нас учили люди английскому, хотя я преподаю на английском, но, как мой сын говорит, понятно, но не очень красиво. Вот. А молодежь вся знает язык. У нас те, которые хотят учиться, у нас сильный коллектив в медакадемии, мы нормально учим. Они идут туда, сдают все экзамены, идут работать и становятся VIP. Людьми, потому что врач в любой западной стране – это VIP-особа. И они лечат, они не думают, как сделать ремонт в той… Ну, это верно. Да, они не думают, где взять деньги. Я же говорю как по себе, я ищу деньги на ремонты, я бесконечно ищу деньги на оборудование. И, ну, стало легче, когда мы занимаемся клиническими исследованиями, мы эти деньги получаем на больницу и можем… Хоча ви не повинні бути продюсерами, так, шукати гроші, у вас є своя велика справа, яку ви робите. В Австрії кожні 2 роки міняють і в частних, у них є доля в частних клініках і государственних. Ну, головне, за що відповідає государство. Раз в 2 роки, хочете або не хочете, вам поміняють все. І апарати УЗІ нові, і все. Поміняють. Про це ми можемо тільки мріяти зараз. Там дуже інтенсивно працює врач. Ми не так працюємо інтенсивно. Вони з сім'ї починають, вони там можуть 90 годин в тиждень, особливо молоді, подежурити. І там, якщо ти тяжелий больной, і ти повинен після дежурства суточного залишитися, ти не говориш, що встав, ти залишився. Але вони отримують совершенно достойні ж гроші. Совершенно другие, они знают, они интенсивно работают, но они работают только, занимаются медициной. Они не думают, как эти деньги заработать. Вот сейчас мы будем думать, как, что. Все за них сделано, и поэтому едут люди. Ну, там тоже в Европе отток идет. Чехия, Польша уезжает в Германию. Все перемещаются. Да, а наши едут туда. А немецкие врачи в Лондон, ну так они по кругу. Но
там же очень мощный уровень медицины, и те, которые попадают туда, там, я не могу сказать, что они нам... Вот у нас есть отношение к больному несколько иное. Когда наши больные, бывает очень несправедливо, и начинают нас ругать, писать жалобы, там, не так на них посмотрели, или выписку отдали не в тот срок, когда они не сдали вовремя анализы, то там этого нет. Там на врачей никто не жалуется. Мы, вот у нас приступает больной, мы его хватаем, вот он идет, ему плохо. У нас такие больные, они сами, вот у нас есть несколько больных с тяжелейшим отеком, говорят, мы хватаем, лечим, лечим, потом оформляем историю по ходу, или там родственники. А там, чтоб с вами не было, вы будете оформлять историю болезни. Вот. И вас могут там сидеть долго спрашивать, держать, и никого вы никогда не пожалуетесь. Там и к аллергологу вы можете через 3 месяца попасть. В Лондоне так, в Германии, так, к узкому специалисту. Да, иногда бывает тяжелая ситуация, и должна быть помощь специалиста. Вы можете ждать 2 месяца. Вот даже недавно в Израиле, знаешь, мой знакомый упал и разорвал мениск. Через 2 месяца он попал на УЗИ, и через 3 месяца мы только сделали операцию. Но у нас бы написали бы жалобы во все существующие инстанции, даже, по-моему, королеве Елизавете бы, если бы у нас такое произошло. А там все ждут. Мы более доступны. Все специалисты любого ранга, и самого высокого, и профессора. Вот у нас консультативный день у меня есть, иногда не могу все охватить. И считаю, что ко мне должны идти более сложные больные. А идут все, кто хочет. И мы все принимаем. И ждут они 2-3 месяца. Иногда просто, когда мы не бываем на месте. И к врачам тоже больные поступают. Приходят к аллергологу. Вот в август у нас куча больных всегда, очень много. Они приходят, когда им плохо. Никто не записывает их на 3-месячную очередь. Поэтому не надо все идеализировать. В этом плане нашим, да, пациентам хорошо, краще. И у нас есть много достойных врачей. Ведь нам открылся мир после перестройки. Мы стали ездить на международные, когда мы стали независимой страной, мы стали ездить на международные конгрессы. Нам стали заказывать эти клинические исследования. И мы, это же прежде чем проводить, мы едем в Европу, нас там обучают. То есть мы знаем самое современное, самое новое. Це дуже добре, але хочеться, щоб держава хотіла залишити цих спеціалістів. Це дуже було, тому що дуже багато молодих людей, владеючих язиком, уїжджають. Тим більше, зараз відкриваються двері. Раніше потрібна була нострифікація, підтвердження диплома. Воно дуже було складновато, тому що там 2 роки треба працювати опять. Ким би ти не був, навіть професором, врачом-інтерном, ти сам не назначаєш, ти должен позвонити заведуючому, спросити, це немножко унизительно, не всім це підходило, і ти дежурив до безконечності. Зараз уже в некоторых странах наших врачей, педиатров наших, принимают без проблем, без сертификации знанием английского, а не национального языка. Вот. Но из педиатрии это такая сложная специальность. У меня сын педиатр, это другая специальность. Вот. И у нас в стране на педиатрический факультет в прошлом году поступило 190 человек. Сейчас педиатрию убирают. Спасибі вам, Євгенія Михайлівна. Будемо дуже сподіватися, що держава почне цінувати наших спеціалістів гарних. Да, і ми дуже надіємося. Спасибі вам за розмову. Ви нас підтримуєте. Ми віримо, що всі вместе об'єднаться. І все ж таки не дадуть умереть нашій медицині. Я завжди говорю, хто-то їздить за рубеж лечитися, але не всі успівають доїхати. Тому треба зробити все, щоб тут, коли ми збираємося, я говорю, де так хочеться, щоб наш міст мав такий рівень медицини, такі центри спеціалізовані, щоб нікому не хотілося їхати. Вдома навіть стіни допомагають. А тут, згодна да, з вами. І у нас головне, найголовніше, у нас в кожному місті є знакові люди, які вміють і роблять все на європейському. Ну, будемо сподіватися, що наша власність наші мрії так здійсняться. Дякую вам дуже. А нагадаю, що в нашій студії була голова комісії міськради з питань охорони здоров'я Євгенія Михайлівна Дідятьковська. До побачення.